Добрый вечер. Сегодня по Москве 22 часа, 11 января. И поздравляю вас всех. Сегодня Элеврус наконец-то начал выплачивать все через Элефант. Элефант включил свои кошельки в полном объеме. Теперь наконец-то настал рынок. Мы работаем и на покупку, и на продажу. Все отлично. За сегодняшний день наконец-то была работа. У меня в обменнике прошло уже 77 операций. Это, в принципе, хороший, достойный результат. Оборот приблизительно был вот 4000 элек. В принципе, очень хорошо. Но, конечно, как всегда, небольшая ложка дегтя. Одна операция на 100 элек. Получатель написал, что до него не дошли. Ну, разберемся, найдем. У нас ничего не теряется. Ну, как я и записывал в предыдущих видео, такие ошибки есть, появились. Вот это все операции здесь на нескольких листах сразу, я не буду их всех показывать. Все идет замечательно. Теперь можно новогоднюю акцию отменять. Я, в принципе, уже и снял. Включил уже, вот, и покупка есть, и префект работает, и продажа, покупка, балансы есть. Все работает. Все замечательно. Вот где на стрелке все обменники показывают, да? Здесь выберем, например, по балансу установим. Вот один какой баланс поставил большой. Это, конечно, рисованный баланс. Ну, какая разница? Вот он купит по 25, все что угодно. Сейчас посмотрим, какой у нас максимальный курс на покупку на данный момент. Это 35. Ильки можно продать, а купить можно за 43, что, в принципе, уже хорошо. Конкуренция в действии. Приходите, меняйтесь, зарабатывайте. Спасибо.